эфире телеканала «Россия. Большие вести». В студии Эрнест Мацкевичу. Здравствуйте. Главные события этой пятницы в нашем выпуске. Еще утром он возлагал цветы к памятнику Кобзона. В центре Донецка убит глава ДНР Александр Захарченко. Первые кадры с места трагедии. Авторство взрыва не вызывает сомнений. В ДНР уверены, что теракт организован из Киева. Несколько предполагаемых диверсантов задержаны по горячим следам на проспекте Богдана Хмельницкого. Как защитить пожилых людей от увольнения? Многодетные матери смогут досрочно выйти на пенсию. Какие льготы готовятся? Работа пошла. Главная цель изменений – справедливость. Трещина в 2 миллиметра, разгерметизация на МКС. Что удалось сделать нашим космонавтам на орбите с помощью герметика и марли? Разговор между двумя братьями. Предстоятель Русской Православной Церкви прилетел в Стамбул. О чем они говорили с Вселенским Патриархом Варфоломеем? Лучший вуз Евразии. Главное здание МГУ отмечает 65-летие. Какие тайны хранит высотка и какие открыла сегодня? И начинаем с новостей из Донбасса. Сегодня вечером в результате теракта был убит глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Как сообщили в местных силовых структурах, он получил смертельное ранение в результате взрыва, прогремевшего в одном из ресторанов в центре Донецка. При этом пострадали еще несколько человек. Сейчас из Донецка на прямую связь с нами выходит наш специальный корреспондент Сергей Арсеньевич. Сергей, здравствуйте. Каковы последние новости? Известны ли подробности этого теракта? И уже была информация, что есть первые задержанные предполагаемые диверсанты.